Приветствуем вас, наши дорогие зрители, здесь, в городе Тель-Авиве. Мы сейчас будем общаться с замечательной, молодой, прекрасной парой. Парой, которая оставила все и приехала в Израиль. И мы узнаем, что побудило сделать их такой кардинальный поворот в своей жизни. С нами Сергей и Наташа Мажуги. Они пасторы молодежной церкви, динамичной, растущей церкви здесь, в Тель-Авиве, которую называют не спящим городом, городом развлечений, городом кипящей жизни. И вот вы начали здесь служение. Расскажите, пожалуйста, о том пути, который привел вас к этому. И наш первый вопрос заключается в том, как вы вообще пережили обращение в своей жизни? Да, встреча с Иисусом на самом деле все изменило в моей жизни. Именно встреча с тем воскресшим Христом, который отдал свою жизнь за меня. И вот после этой радикальной встречи и моего посвящения Иисусу, и посвящение церкви начался весь путь. Хотя я пришел в церковь, когда мне было 8 лет. Казалось бы, я не был ДВРовцем, но вот с 8 лет был в церкви. И вот где-то в период с 8 до где-то 13 лет я принял решение попробовать не только церковь, но то, что и мир мне предлагает. И вот в возрасте где-то 15 лет я принял решение посвятить себя Иисусу, посвятить себя церкви, потому что церковь для меня стала семьей. Она на самом деле была для меня домом. В то время, когда в миру друзья меня предавали, я не находил там никакого утешения в своей физической семье. Также я не видел вот этой близости. А церковь для меня была настоящим домом, таким настоящей семьей. Поэтому... Которая всегда принимает, да, которая, да, прощает, которая поддерживает. И вот интересно, что именно после вот этой встречи с Иисусом и моего посвящения жизни, потому что как бы я знал его с 8 там, до 15 лет, но когда я посвятил свою жизнь ему, когда я посвятил себя церкви, потому что церковь стала для меня действительно настоящим чем-то близким, настоящим домом. Я думаю, это и повлияло в конечном итоге на решение уже наше совместное стать пасторами церкви и насаждать церковь здесь, чтобы здесь, в Тель-Авиве, для нескольких сотен людей был также дом, возможно, тысяч в свое время. Также десятки был дом, тысяч, возможно, семья и принятие. Вот это, я думаю, оставило этот отпечаток в моей жизни. В моей жизни было, я называю это, один день изменило все. Вот, потому встреча что... со мной, да? Конечно. Конечно, с тобой и с Иисусом. Это и почти одно и то же. Одно и то же, да. Для меня это одно и то же. И я пришла к Богу, когда мне было 17 лет. Я тоже ходила в воскресную школу. Моя семья не была верующая, но у меня семья достаточно хорошая. У меня классные родители, благополучные. Мы из хорошей семьи, наши... Родители мои, мои сестры много вкладывали в нас. Но вот в 17 лет я почувствовала вот пустоту, мне чего-то не хватает, я не могу заполнить это. И уже я уже начала, конечно, в 17 лет я все перепробовала, как говорится, многие. Как для приличной девочки я перепробовала все. Ничего как бы глобального. Расскажи нам, что это было? Ну, я и напивалась, и курила. Вечеринки. Я с 10 лет курила до 17. Вот. Вечеринки, парни и всякое такое, и драки. А родители знали об этом? О парнях знали, а о курении нет. О вечеринках, да, потому что я их дома устраивала и говорила, можете, пожалуйста, не приходить чуть-чуть раньше, придите чуть попозже. И мои родители очень, ну, как бы у меня очень хорошие отношения с моими родителями, да, они приходили попозже. Я надеюсь, что вечеринки ты организовывала в последние годы, там, не знаю, лет 15, вот как раз, вот как раз уже перед покаянием, в общем-то, как бы все углубляется, и ничего, пустота не исчезает. И так как я уже знала Иисуса до этого, потому что в воскресной школе я была с 10 тоже лет. До... То есть, а как ты туда попала? Родители... А меня пригласила моя же одноклассница на подарки. Цветные карандашики. Цветные карандаши. У нас была американская церковь. Вот, и на Рождество эти были яркие подарки. Крионцы. Да, и это было просто что-то для меня. Постсоветское пространство. Яркие карандаши, на них написано «Иисус тебя любит» или что-то в этом.
этом роде. Естественно, я ходила туда ради этого, но нам же все равно говорили об Иисусе. И, в общем, в 17 лет я пришла к Иисусу, я знала, что моя одноклассница ходит в церковь, в его церковь. Я говорю, а можно я пойду с тобой? На что она ответила, мне нужно спросить у мамы. Ну, это, в общем-то, я пришла. Я пришла в церковь, и в этот же один день, вот на этом же собрании, я просто покаялась, я приняла все важные, самые важные решения в моей жизни. Моя жизнь изменилась вот в этот один момент, в одну молитву покаяния. Я почувствовала принятие Господа прежде всего, что я услышала Его голос, я Его почувствовала, и с чем я никогда уже не перепутаю Его прикосновение. Вся моя пустота была наполнена Духом Святым. И моя жизнь изменилась. Вот в один день я пришла домой, я уже не была тем человеком. И, естественно, образ моей жизни изменился в один день. И я, кстати говоря, помню тот день, когда ты пришла. Я плакала, все время плакала, потому что я каялась. Плакала и с такими руками стоит и плачет. Да. Как сейчас помню. Да, вот. И так я осталась. Естественно, церковь сыграла тоже большую роль, потому что они приняли меня такой, какая есть. Хотя в моей семье достаточно высокие стандарты, какая я должна быть. Чтобы и соответствовать. Ты чувствовала, что ты не достаешь? Да. Вообще? Я была младшенькая, естественно, моя старшая сестра, она была эталоном правильного. И я была, да, правильного всего, вот, характера, поведения. И я не дотягивала, потому что я была младшенькая, мне все спускали с рук. Но, естественно, и я не дотягивала до стандартов. Но сейчас, конечно, я понимаю, что это были мои переживания. Родители нас одинаково любили, вот. Но мне этого не хватало, и Господь мне дал вот это вот отцовские взаимоотношения, что Он мой папа, что я Его принцесса, что Он меня носит на руках, что я могу прийти и поговорить с Ним просто душевно о своих переживаниях. И мне этого очень не хватало, и Господь восполнил. Это потрясающе. Спасибо, Наташа. Потому что ты смогла вот объяснить, что такое принять Христа, что ты не просто произносишь какие-то заученные слова, но внутри тебя назревают решения, и ты действительно переживаешь другую жизнь, которая соединяется с твоей и приносит тебе другую силу даже действовать, другие ощущения, и ты действительно переживаешь сверхъестественное наполнение. Это очень здорово. И церковь действительно то самое правильное место. Аминь. И наш второй вопрос, он очень тоже интересный. Вы замечательная пара, семья, и нам всем любопытно, как вы поняли, что вы пара. Я на самом деле помню этот день, когда Наташа пришла в церковь, и, кстати говоря, это очень было связано с моим посвящением Иисусу, посвящением церкви. И вот где-то вот в период месяц-два после моего посвящения приходит она, я помню этот день, как она покаялась, как она плакала, и она такая очень яркая личность. И я увидел ее, и я сказал сразу, вот это она. Особенная, да, девушка. То есть ты даже понял, что не просто она особенная, да, что это девушка, с которой ты бы хотел быть вместе, да? Я понял, что она моя жена. В тот момент для меня было все очень... Но тебе прозрачно уже было больше, чем 17. Ну, было 15. Нет, мне было 15 лет. Мне было 15 лет. Тебе было 17, ему было 15. Я сказал, все, это мой выбор, и... Вот таким очень сложным, тернистым путем, терпеливым путем я ее добивался полтора года дружбой, просто мы дружили. Он был моим самым лучшим другом. Я стал твоим самым лучшим другом. Он стал моим, я даже не подозревала. Помню, так злилась, когда я узнала, что он уже полтора года меня любит. Что у него есть мысли по поводу тебя. Что уже полтора года. Даже решение. Да. Мало того, каждый раз, когда мы прощались, он уходил, он смотрел на мои окна и говорил, Господь, пусть она будет моей женой. Угу. Молился разными молитвами, но я очень благословена на самом деле. Продолжал столбить место. Да, да. Сергей, скажи, пожалуйста, я поняла, что Наташа, тебя действительно вот просто пришло полное откровение, что это она. Но что за этим для тебя стояло? То есть почему все-таки она, а не какая-то другая девушка? Я понимаю, что есть воля Божья, как мы говорим, да? Угу. Вот. Но как объяснить это человеку, который не знает, что такое воля Божья? То есть что для тебя Наташа? Это дружба.
То есть это вот лучший друг, и мы вот за полтора года, когда мы начали строить наши взаимоотношения, они сразу стали очень близки, дружески. То есть мы полтора года, нету речи о том, чтобы там за ручку держаться или как-то проявлять свои чувства, я даже не говорил ей, что она мне нравится. Но мы просто вот дружили настолько близко, и опять же, вот как в моей физической семье было отсутствие принятия, отсутствие вот такой любви, которую я искал. Каким-то образом в некоторых людях в церкви я это нашел, и потом также Наташа восполнила вот эту больше нужду, да, принятия, и она стала для меня вот этим вот лучиком света в моей жизни. Я помню, всякими там я что-то переживал в своей, переживал в своей жизни, я приходил, я рассказывал ей, она всегда меня принимала, выслушивала, и это вот, я думаю, что затем Наташа расскажет эту историю, когда мы разлучились на 4 года, я уехал в Израиль, и мы 4 года не виделись, ты более подробнее об этом расскажешь. И у меня были также здесь подруги, девушки, с которыми я просто общался, дружил, и с парнями дружил, и с девушками дружил. И вот за вот эти 4 года я понял, что у меня нету никого, как она, как друг. Именно ближе, этой... который да, бы понимал да, тебя да, больше, да, 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 да. поддерживал угу. больше, да, как бы вот ты чувствовал вот это эмоциональное восполнение. И ты все больше и больше, я так понимаю, укреплялся, конечно, в мысли, что она та самая. Да, и поэтому, когда мы увиделись через 4 года, я уже приехал с кольцом, на третий день сделал предложение. На второй день сделал предложение. 14 февраля 2006 года я принял решение, что мы будем вместе до конца наших дней. Наташа, покажи кольцо. Вот оно. Это уже большое на меня спадает, поэтому оно на этом вот такое. Кольце. Ты заработал на кольцо с бриллиантом за 4 года в Израиле. Ну, как-то у так. Да. Как-то так. Вот, поэтому я бы посоветовал всем, кто нас смотрит, что дружите. Начинайте с дружбы, никогда не ищите каких-то там взаимоотношений, прикосновений или взаимоотношений как парни и девушки, встречания или что-то еще. Начинайте дружить. Чем ближе вы станете друзьями, тем дольше ваша дружба продлится до конца ваших дней. И тогда можно будет смело сказать, вот я готов тебе сделать предложение, потому что ты уверен в этом человеке, что вот именно с этим человеком ты хочешь провести весь, всю жизнь и в вечности. Также я надеюсь, что мы будем дружить в вечности тоже. Вы разговаривали о каких-то важных вещах таких, как бы, может быть, мы обо всем разговаривали. Планировали, там, когда очень вот он подробно тебе сделал предложение, до или после? До. Мы говорили буквально обо всем, даже у нас есть такое, мы смеемся с этого сейчас, но у нас есть такое правило, о котором у нас были условия. Я за тебя выйду замуж, если ты это. Но это я уже прямо, тебя... прямо вот вперед уже не дружбу, уже вперед нашего встречания, да, прямо ближе к свадьбе. Уже. Да, мы повстречались, мы на самом деле повстречались всего 2 месяца в офлайне, как говорится. А потом он уехал на 4 года в Израиль, и мы не виделись 4 года. И мы были уже парнями и девушками официально, когда мы были на расстоянии. Поэтому... То есть за 2 месяца вы как бы приняли решение и практически объявили помолвку, правильно? Нет. Помолвку нет. Мы признались друг другу, что мы нравимся друг другу, что мы любим друг друга. И мы сделали посвящение друг другу, что мы не будем ни с кем встречаться, пока... Потому что на самом деле мы, когда уже я призналась, я первая ему призналась в любви, вот, когда я призналась в любви, я уже понимала, что я готова выйти за него замуж. Вот это он не просто потому, что он мне нравится, давай повстречаемся, посмотрим. Мы дружили для этого. Угу. А вот мы признались друг другу, начали встречаться вот именно уже для того, чтобы строить отношения дальше. Вот, и мы повстречались так 2 месяца, и он уехал. А что дальше, мы не знали, он уехал на 4 года. И вот за эти 4 года мы проработали наши взаимоотношения, что для нас важно, что для нас не важно в браке. Например, у меня было условие, чтобы он мыл посуду. Uh-huh. Он до сих пор моет, ответственный за посуду, он моет посуду. Для меня это был просто пункт номер один. Для него был пункт номер один, чтобы я не вставала между ним и предназначением, которое Бог ему предназначил. Не диктовала свою волю, да, условия. Чтобы я, да, чтобы он имел вот зеленый коридор к Богу и к предназначению. У тебя сложнее, наверное, условия было. На что я сказала, да нет проблем, я же рядом с тобой идти буду, как бы я сама в этом же двигаюсь. В общем-то, и для нас это были наши условия, и на самом деле очень важно обговаривать все детали до свадьбы. И ставить цели семьи, то есть для чего вы хотите объединиться и стать семьей? Какая ваша цель?
Какое предназначение вы как семья будете исполнять? Да, или это служение, или бизнес, или я не знаю. Детей народить. Детей родить. У каждого своя. Вы договаривались, сколько у вас будет детей? Да, но после двоих мы сказали достаточно. Мы планировали больше. Мы планировали четверо. Ну, двоих своих и двоих с приюта. В принципе, это вполне может. Да, реалистично, да. Да. Мы обо всем говорим. Наташа, как ты поняла, что Сергей – это твой единственный? Он принимал меня. Для меня очень важно принятие, потому что иногда я сама себя не принимаю. Вот, поэтому он принимал меня, и я его называю так своим личным Иисусом, потому что он любил меня безусловно. Даже когда я и до сих пор любишь, мой сладкий. Вот, и даже когда сейчас… Ой, извини, сейчас. И даже... О чем? А, и даже потом... фу! Даже когда... Ты меня сбил. И даже тогда, когда я еще его не любила так сильно, я понимала, что я хочу выйти за него замуж только по одной причине, потому что никто не будет меня любить так сильно, как он. Угу. Это ты поняла в 17 лет практически. Да. Я так поняла, что Сергей стал проявлять в тебе вот интерес и вот эту дружбу, и ты почувствовала вот это особенное отношение. Да. И практически сразу в тебе стало формироваться вот ответное такое. Он очень такое. Много исцелял во мне ран. Очень много. Особенно вот от парней. Я была очень раненная мужчинами, угу. парнями. У меня было такое мужененавистничество. Обида, я должна была быть независимая. И он вот своей безусловной любовью, терпением невероятным. Вот я сказала, мы все делали, как я сказала. Ну, так классно. Она за меня в кино платила. Да. Макдональдс меня угощала. Ну, потому что я еще старше была. Я все делала. И для меня это было важно. И он мне позволял это делать. И это исцеляло мои раны. Сейчас, конечно, он за все платит. И он, я уже не командую. Вот. Но вы на самом деле, вот это очень интересно вас слушать, потому что внутри получается, что Наташа такая была больше хулиганка, а Сергей такой благостный, действительно да. любящий, добрый, прощающий. А внешне это была совсем другая история. Наташа из такой благополучной семьи, девочка, как бы такая, которая хорошо училась, наверное, с таким более-менее благополучным окружением, а Сергей бунтарь, как бы вот не закончившая школу. Да, на тот момент. То есть как бы вот Наташе было не страшно связывать свою жизнь как бы с мужчиной, по сути дела. Который не имел образования полного, который не имел профессии, то есть никакого страха. И на удивление вот родители Наташины. То есть ты верила в его мужественность, ответственность, которая как бы пробьет дорогу, несмотря на... Вот... Он всегда таким был. Он настолько целеустремленным был, что вот он и бизнесами занимался с 9 лет, он все время что-то продавал, что там... Извините за слово, мутил, там что-то где-то. Телефоны только появились мобильные. У него уже в 17 лет был телефон, когда у меня еще даже стационарного дома не было толком телефона. Вот уже не говоря за мобильные. Как бы он все время, и мне очень нравилось это в нем, что он точно не пропадет. Вот, что он всегда, ну вот, не боялся работать, он был такой целеустремленный, он не останавливался. На чем-то остановился, все, идем дальше. Очень классно. И буквально в нескольких словах, Наташа, хочу услышать от тебя, вот у твоих сыновей, у вас двое замечательных мальчиков, прекрасных, интересных, талантливых, как ты им скажешь, как им выбирать жену? Такую, как мама. Все очень, у нас очень просто все в семье, им папа говорит эти советы. Это чисто еврейское. Но на самом деле, вот сейчас у нас старший сын, ему нравится одна девочка, и они... как бы официально дружат, вот, угу, и 10 мы, лет. И в 10 лет ему, да, господи, дай мне терпение, вот, и мы говорим с ним на эти же темы, что она должна быть твоим другом, у вас должно быть одинаковое видение на жизнь, у вас должно быть ценности одинаковые, если ты веришь в Бога, а она нет, вот, а как ты будешь дальше, например, будет какое-то важное в церкви мероприятие, и у нее будет какое-то, она скажет, я не пойду тебя поддерживать. Это очень важно, чтобы были одни цели, одно, может, их нет в начале, но они должны быть в конце. Угу. Сформированы. Вот. Угу. Потому что мы все меняемся, все друг под друга подстраиваемся, и вот важные ценности должны оставаться важными. И об этом мы говорим. Естественно, мы очень советуем нашим детям сначала дружить, а все прикосновения и всякое такое, я называю это десертом. Ты этим не питаешься, это потом в наслаждение, угу. уже плюс после того, как ты уже выстроил взаимоотношения, ты уже решил,
Ты все это твоя жена, потом вы объявляете о помолвке, о взаимоотношениях, и потом это уже как-то, это больше, это не обязательная вещь во взаимоотношениях, это дополняющая, это обязательная вещь в браке. Да. Не во взаимоотношениях до брака. Это то, что наполняет потом, делает как бы да. особенным вот эти взаимоотношения уже в браке, да? Да. Да. Мы как бы заходим на время последнего вопроса, но мне все равно интересно, на самом деле, вот вы молодежь, у меня тоже подростки, и на самом деле среди неверующих подростков, даже тех, которые растут там вот в православных семьях там, или вообще как-то начинают осмыслять, у них есть такой вопрос, а в чем вообще разница между тем, когда ты любишь друг друга, да, там начинаешь с кем-то жить до брака или после брака, то есть в чем разница, как объяснить подростку, который не знает Бога, например, почему ты должен сохранить себя до брака? Угу. Как вы отвечаете? На самом деле, ну, на мой взгляд, все очень просто. Если ты принял решение, что это твой спутник жизни, почему бы не взять это решение официальным? Да. В основном очень многие боятся, и они говорят, а я еще не уверен, и дай мне проверить. И это как бы, ну, очень странно, на самом деле, со стороны и как минимум мужчины. Если ты уже принял решение, что это твой спутник жизни, все, идите, объявляйте это на весь мир, делайте это официальным. Да. Если твое решение, твое «да» должно быть «да». Как бы, как мы говорили на районе, пацан сказал, пацан сделал. Все, как бы почему, как, откуда ты, вообще взялась эта идея вот этого? Официальные отношения — это просто принятие, на самом деле, вот как раз мужской части ответственности. Конечно. Да, за эти взаимоотношения, за нее в том числе. Да, а какой смысл то даже встречаться? Они выгодны людям, которые не имеют вот этой ответственности, правильно? Это железно. Я скажу то же самое, что когда, вот, например, ты учишься в институте, ты же хочешь получить официальный документ. Вот это то же самое. Ты учишься, ты строишь взаимоотношения для чего? Чтобы потом не иметь официального документа, что ты профессионал, что ты по-настоящему отвечаешь за слова, которые, ну, ты говоришь. Это то же самое. Это как будто ты проучился 5 лет, да, и не получил диплом. Ну, а давай еще посмотрим, как вот поработай профессионально, посмотрим, вот точно ты достоин этого диплома или нет? Если ты достоин, еще 5 лет давай поработай в профессиональной сфере, тогда мы тебе его дадим. Как бы никто не хочет так. Это то же самое. Но тут еще на самом деле есть еще другие издержки, потому что люди думают, что все это легко, сошлись, разошлись. На самом деле Бог предназначил вот определенные взаимоотношения, как вы говорили, десерт этот, именно для вот таких ответственных отношений. 100%. И когда они разрываются, то это очень-очень больно. И это, как правило, об этом не говорится, о том, что есть уровень срастания. Мы даже глубокий. На самом деле, даже своим детям советуем, например, душевная связь, она тоже оставляет очень сильные раны. Да. Вот, всякие мосты, а особенно физическое. Если душевные раны оставляют, просто могут изменить твою жизнь к худшему, и ты не можешь двигаться дальше, то какие же следы оставляют физические отношения? Да. Что насколько, насколько больнее, насколько привязаннее эти люди были друг к другу. Да. Поэтому очень важно, чтобы строить эти мосты, особенно глубокие мосты, душевные, физические, чтобы они были с проверенными людьми и официально, потому что, ну, ты уже отвечаешь за свои слова. Не нужно бояться этого, нужно просто уметь держать слово. Пусть твое «да» будет «да», и «нет» — «нет». Если... Это говорит о зрелости человека, да? Независимо от его паспортного возраста. 100%. И у нас буквально совсем немного времени, и поскольку вот ты, Наташа, уже тоже сказала, что для тебя то решение, тот путь, который с Богом видит твой муж, твой спутник, твой партнер, твой друг, является тоже определяющим, ты полностью разделяешь и поддерживаешь, то вот этот путь, как его найти, как его определить, как вы вот выбрали, и какие шаги вы совершили, и чему вы вот учите вместе своих тоже и детей, и духовных детей, как пасторы церкви. Угу. Как найти свое призвание?
На самом деле у Наташи все очень просто. Скажи простой вариант, а я немножко сложнее скажу вариант. Очень просто. Нужно любить Бога прежде всего, потому что ты не приходишь к Богу, чтобы... Ну, иногда ты приходишь к Богу, чтобы как-то для себя что-то, но если ты любишь Бога просто безответно, не безусловно, любовь, извините, то ты готов на все. Нужно смирение, нужна верность и трудолюбие. Все, что нужно для этого. Нужно быть верным там, где ты есть на месте, служить во всех дверях, где тебе открываются. Например, я в своей церкви служила везде, во всех вакантных позициях. Я была везде, я делала все, что мне говорят. Мне говорят, делать это, я делала это. Делать это, делала это совершенно смиренным сердцем, очень верно. Пока меня не убирали, я не уходила. Вот. Ты искала свое призвание, то есть ты формулировала, или ты просто хотела просто служить любила, Богу? Я просто любила Бога, и потом Господь, вот знаешь, Он вот так вот закрывал двери, и вот получалось вот такой широкий путь сначала, а потом Он вот так вот сужался, и потом я вот так вот и пошла. Вот. И, конечно же, я понимала, мне говорили, Наташа, у тебя сердце пастора, ты всегда нас выслушаешь, ты всегда нас принимаешь. И это, естественно, тоже сеялось, и я понимала, да, наверное, надо посмотреть. И я начинала обращать внимание на то, что мне нравится делать, опять же. И опять же, возможности сразу открывались и сужались те, которые мне не нужны. Mm-hmm. Это естественно. А у тебя? И для меня очень схожие, мы схожие. И для меня есть разница между призванием и предназначением. Ты должен быть верен в малом, в своем призвании. Призвание — это подобно как солдата. Призывают на службу в армию, и ты, как Наташа говорила, делаешь все. Общий призыв. То есть у нас есть призвание быть ребенком, да, послушным Божьим. Сыном. Быть Божьим ребенком. Призвание христианина — это что? Это уже вся Библия тебе. И не нужно ничего искать. Люби Бога, проповедуй Христа — это исполнение призвания. Это общее для всех. Ты призван быть отцом, ты призван быть хорошим работником у себя на работе, ты призван быть мужем. На том мужем, женою и так далее. А вопрос предназначения — это вот самый лучший метод, это действительно метод вот этот отсеивания, что ты любишь Бога, ты делаешь свое призвание наилучшим образом. Там, где ты поставлен сейчас, опять же, то ли то работа, то ли то какое-то служение в церкви, будь самым лучшим, делай все как для Господа, и постепенно Бог будет открывать свои пути к вот этому особенному предназначению, которое Он для тебя приготовил. То есть я думаю, что вот это и есть этот путь. И именно этому сердцу, именно этому отношению вы учите да. людей в церкви, молитесь об этом, потому что это самый лучший путь. Да. Любить Бога и стараться угодить Ему всем сердцем, всей душой, любя и служа Его детям. Да. Да, да, смирение, очень важно смирение. Спасибо, драгоценное. Мы потрясающим образом услышали суть вашей истории, вашего знакомства, вашей семьи, вашего служения, но хочу предупредить тоже наших зрителей, что есть другие грани, как следовать за этим призывом, что происходит в жизни людей, которые связывают себя с послушанием всемогущему Богу. Начинаются приключения. Угу. И об этом есть другие форматы, жизнь в призвании. И, пожалуйста, смотрите наши программы, наши проекты. Вы узнаете жизнь с глубокой стороны, из других стран, из других сторон. Это всегда интересно видеть истории. Спасибо.